отметим столетием чувашской автономии. Этот особенный праздник, объединяющий всех жителей и уроженцев Чуваши, любящих свою малую родину. Наш народ имеет древнюю историю и богатые традиции. Мы с вами знаем точно, Чувашия – лучшее место для жизни. При этом не стоит забывать, что настоящее будущее Чуваши зависит от эффективной работы, энергии и гражданской ответственности каждого из нас. Желаю нашей родной республике процветания, дальнейшего развития и новых высот, а всем ее жителям крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и дальнейших побед на благо Чувашии. Пусть наша республика крепнет и процветает, и благосостояние ее жителей приумножается с каждым днем. С праздником!